Спортивные новости. Равнение на первых руководителей. Ведь именно от них во многом зависит, будет ли в почете активный образ жизни в компании. Спартакиада руководителей «Газпром» Добыча-Надым завершилась турниром по бильярду. И это не просто вид спорта, а интересная игра, для которой требуются такие важные качества, как психологическая устойчивость, стальной характер, точный расчет и мастерский удар. За игровым столом они соперники, но прежде всего коллеги, друзья и команда, которая делает одно большое и нужное дело – добывает голубое топливо. Конечно же, это общение. Общение со своим коллективом, со своими подчиненными. А что касается вообще участия в спартакиаде, занятия спортом, то на севере надо заниматься спортом, потому что наша интенсивность жизни, принятие решений, она в любом случае не может без нормальной работы сердечно-сосудистой системы, концентрации. А вот бильярд – это как раз и есть та концентрация. Вот внимание, преобладание собой, управление психикой, а это все потом в итоге пригодится для работы уже с подчиненными и при работе на наших уже сложных месторождениях. Турнир продлился целый день, и только поздним вечером определились победители. И на этот раз золото для аппарата управления завоевал Сергей Меньшиков, генеральный директор «Газпром» Добыча-Надым. Серебро у руководителя управления «Ямал-Энергогаз» Олега Харченко. Бронза соревнований досталась Сергею Грачеву, начальнику управления по эксплуатации вахтовых поселков.